регулярно посещаю мероприятия. Оно является ключевым в России, даже в стране, да, на самом деле, всех мероприятий. И всегда интересно его посетить. В этом году Денис Хаман, конечно, как звезда мероприятия и как ключевой человек. Всегда его интересно слушать, его методичность, его знания не подкупают. И всегда выносит для себя что-то новое. Это обязательно. Каждый все приезжает именно за чем-то новым для себя. Я здесь встречаю таких именитых хирургов, у которых огромный опыт. И тем не менее они здесь, они посещают мероприятия. Они не просто для того, чтобы увидеть с друзьями, но еще и все-таки взять для себя что-то новое. И я вижу их интерес, огонь в глазах опять-таки. Это классно. Я регулярно посещаю эти конгрессы и мероприятия данных организаторов. Всегда в хорошем, классном уровне. Совсем необходимым, да, для того, чтобы комфортно было посещать, да, и пребывать здесь, и как для гостей, так и для спикеров, я думаю, уверен.